Добрий вечір! В ефірі Олександрія сьогодні. І цього разу ми поговоримо про мотоспорт. У нашій студії директор спортивного клубу «Європа Крос» В'ячеслав Чебишев. Добрий вечір! Добрий вечір, уважаемые земляки. Рад, що ви мене пригласили на таку цікаву зустріч. В'ячеслав Чебишев – великий ентузіаст мотоспорту. Він довгі роки сам займався цим видом спорту, потім тренував інших спортсменів та організовував змагання. Зараз В'ячеслав Чебишев займається великою справою. Він намагається зберегти для олександрійців історію олександрійського мотоспорту. І сьогодні ми поговоримо саме про історію мотоспорту в Олександрії. Адже у цьому році історії олександрійського мотоспорту виповнюється 65 років. В'ячеслав Олексійович, і хочеться повернутися у ті далекі 50-ті роки, коли все лише розпочиналося. Коли ж виник мотоспорт в Олександрії? Ну, я благодарен, чесно говоря, Господу Богу, що він мені дав таке от призвання сохраняти історію. Коли був ще мій жив тренер Анатолій Мефодійович Лагутін, і він тоді був нормально енергічним чоловіком, мене він дуже сильно любив. И я к нему приходил домой, он уже не работал, я говорю: «Мефодич, расскажи, пожалуйста, как там, что там было». И вот он мне рассказывал, я все время это записывал. И у меня были периодически такие публикации «Мятович Валера» в «Народном слове» об этой истории, все. И старался я к любому юбилею клуба, к 35-летию, к 40-летию и так далее, проводить какие-то ответственные и престижные соревнования на Вербовой лозе. Это мне всегда удавалось, и вообще помнить это все. История, конечно, мотоспорта Александрии очень богата и на события, и на людей, личности в этом виде спорта. И все это у меня записано, и я работаю над книгой, ну как работаю, эпизодически, потому что текучка заедает. Вот. Но я хочу все-таки коротко, если можно, рассказать об истории мотоспорта, как он зарождался. Это все записано со слов моего тренера и других более старших спортсменов, которые тогда еще были живы. Ну, это первоисточники наши. Дело в том, что Мефодич такой заводной, вот такой популяризатор был этого дела, он страшно любил. Его выражение, кстати, заимствовал, он говорит: «В нашем спорте надо быть фанатом», но добавлял, «в позитивном смысле». И вот Мефодич мне рассказывал, как это все получилось. 54-й год, как раз уже тогда, сделаны были выводы определенные после Великой Отечественной войны. И мы знаем все сейчас, что немцы очень сильно использовали мотоциклы в той войне, не только там танки и другую технику, а и мотоциклы. Они были мобильные, оперативные, и им это давало большое преимущество. Ну, исходя из этого, уже понимая правительство, что надо и нам было пересаживаться на мотоциклы. И поэтому первые мотокроссы были направления такого военно-прикладного, то есть с учетом того, что мотоцикл будет использоваться на случай возможной войны. Поэтому, конечно, формула проведения соревнований, эти трассы просто сейчас вызывают улыбку, а тогда это было здорово. Почему? Вот я рассказываю за первый мотокросс, но расскажу, как Мефодич это все видел. Сейчас, ЦОУ, это Товарищество восприятия общества обороны Украины, а до этого был ДОСААФ, да? Вот мотоспорт был в ДОСААФе, но в 54-м году он не принадлежал еще оборонному обществу, а входил в состав Всесоюзного добровольного спортивного общества «Шахтер». А Александрия, что вы знаете, это сейчас угольная промышленность погасла, а в то время она была на пике. Подъем был такой, понятно, послевоенное восстановление, все, шахты работали, угольные разрезы. И мотоспорт принадлежал именно ВДСУ. И это было очень хорошо, потому что понятно, что угольная промышленность, были деньги на развитие и давали эти деньги. Мефодич обратился в руководящие органы и говорит: «Я хочу создать секцию мотоспорта в нашем городе, в Александрии». Ни в Кировограде, нигде в области не было. Это який был рік? Это был 54-й год, начало 54-го года. Мефодич пошел поговорить с руководством, но он такой, он очень выдержанный, он никогда голос не повышал. Он такой спокойный, всегда говорил убедительно и как-то доходчиво. И к нему мнению прислушались, но стал вопрос: где мы будем брать мотоцикл? Видать, все-таки свыше была какая-то установка. Узнают они по линии ВДСУ «Шахтера», вы знаете, что там же в Червонограде тоже есть угольные предприятия на Львовщине, закрывается секция во Львове мотоспорта. И они готовы передать по линии ВДСУ «Шахтер», Всесоюзного добровольного спортивного общества,
мотоциклы в Александрию. Мефодий сразу раз туда, едет во Львов. В общем, это была целая история, но факт тот, что оказались мотоциклы. А сколько же было мотоциклов? Ну, я не могу точно сказать, но было штук около 6, где-то 7 мотоциклов он взял. Они были не в лучшем состоянии, но Мефодич был. Сейчас говорят, тюнинг, там, форсаж. Раньше говорили химик, просто захимичил ветер. Мефодич был очень сильным механиком. Он настраивал, он ремонтировал. К нему тогда же была ГАИ, ездила на К-750. Приезжала вся милиция, чтобы он отрегулировал зажигание. Ну, это технарь такой был, я не в него. Вот в него пошел Владимир Сушин, Владимир Илларионович. А я, ну я да, что-то делаю, как тогда, ну такие тонкости, как знал Мефодич, или сейчас Володя Сушин, допустим, я вот, ну, не то. Хотя я не то, что там я не белоручка, я все делал сам и делаю, но вот как-то ему Богом это дано. Так вот он привез эти мотоциклы, стоит вопрос, где здание взять под эти мотоциклы, где будет секция. И тут получается как раз таки нюанс один. Вот наш на 6 декабря, да, на 6 декабря театр, а внутри, во дворе театра была танцплощадка, вот, там еще следы видны, и столб еще сохранился даже один. Почему я говорю, потому что я чуть позже расскажу об этом. А с левой стороны было здание, а то здание пустовало. И Мефодичу отдают это здание. Но хочу сказать, что Мефодич, когда привез мотоциклы, он их восстановил и понял, для того, чтобы заявить о себе, надо провести соревнования. Ему... Вот так відразу. Ну вот да, вот уже буквально вот сразу, он, у него такое вот чутье было, видение все это великое. Великое, вот 65 лет уже с первого мотокросса прошло. Он начинает проводить такую организационную работу, параллельно восстанавливаешь эту технику полученную. И намечает на май месяц провести гонку. Ну, май, вы знаете, как у нас май. Дождь, солнце. Он планирует организовать гонку в воскресенье, это было, можете проверить по календарю. Воскресенье 23 мая 1954 года. И приглашает людей. Откуда? Расскажу почему. Потому что 54-й год, это сейчас у нас там отношения, а тогда это было 300-летие воссоединения Украины с Россией. Переяславская рада, вы знаете, вот Богдан Хмельницкий и так далее. И то есть, короче говоря, оно праздновалось широко. И он приглашает спортсменов из Тулы, из Москвы, из Донецка, который в то время назывался Сталина, и со Львова, ну и наши. А у нас выступал сам Мефодич, выступал Павел Руденко и Василий Кравченко. Ну, Павла Руденко и Василия Кравченко я еще застал живыми, потому что они были инструкторами в автошколе, тогда назывался автомотоклуб ДОСААФ, на пересечении, как раз я говорил, Первомайской и Шевченко. Я пришел туда, я знал их как инструкторов. Но они были. И был Виктор Пирогов еще участник этих соревнований, которого я тоже знал хорошо, почему он приходил очень часто, он не работал в автошколе, но приходил часто к Мефодичу. Тобто четверо было від Александрії. Да. Было 4 человека, и он, Мефодич, ну, лучше он других выступил. Ну, начиналось же как тогда, я говорю, что вот повезло такое, были дожди накануне, а потом хоп, 23-го и солнышко. Получилось по погоде хорошо, но опять же я говорил, что был военно-прикладного вида спорта, это сейчас у нас на Вербовой круг, ну, без малого 2 километра. А тогда была гонка, состояла из двух гонок. Первая был как бы мотокросс, но мотокросс-круг был один, 25 километров. С обязательным преодолением водной преграды. И опять же эту трассу выбирал Мефодич, она была в северной там, части города, в районе того моста железнодорожного через Березовку. Вот там вот как раз и был брод. Там они преодолевали брод, все эти гонщики. Вот. А круг, представляете, как они ездили? Они ездили тут по району, прилично. Один круг, а таких кругов было 4, потому что всего они проезжали в этой гонке 100 километров, каждый раз преодолевая это водное препятствие на каждом круге. Вот. После этого, не меняя мотоцикл, это было оговорено в положении о соревнованиях, не меняя мотоцикл, на этом же мотоцикле спортсмен должен проехать был линейную гонку с засечкой времени определения скорости. Что это за линейная гонка? Линейная гонка это такая, она старт давался с хода, то есть не с места, как стартует, а он с разгона подъезжал до линии старта, через километр был финиш. Вот когда он проезжал линию
старта, брали засечку времени, когда он пересекал линию финиша, опять же останавливали секундомер, смотрели, за сколько он этот километр проехал. Но расстояние разгона не принималось внимания. Ты можешь 10 метров, а можешь и со 100 метров разгоняться. Это не, лишь бы не менялся мотоцикл. И вот выступали все по такой формуле. То есть два в одном, и сложное, и понятно, что все-таки 100 километров, а эта же трасса не по асфальту проходила, понятно, искали балки, бездорожье, там лысую гору захватили, где-то еще что-то, понимаете как. То есть, а мотоциклы вытримували? Вытримували мотоциклы, это просто, конечно, чудо, потому что, ну, ежи старые, 49-й там и так далее, но они выдерживали это все. Ну, и были и поломки. Не все выдерживали, но все равно кто-то проигравший есть, кто-то победитель. Мефодич в мотокроссе занял третье место. А почему? Есть эта фотография. Он мне рассказывал, Ярослав, я когда преодолевал водную преграду, где-то, видать, попала на зажигание вода, и я заглох и потерял время, пока это все дело настраивал. Есть фотография, он стоит такой. А выступали как? Не было же такой экипировки. Я сам начинал в сапогах кирзовых выступать. Мефодич там в шлеме, в танковом таком. Но все равно какая-то защита была. Вот. И он потерял там время, но все равно третье место занял. Представительные были соревнования, и видно, какой парад проходили. Булыжники же были у нас, не было с асфальта, вот они по городу. Людей, зрителей вышла огромная армия. Весь город смотреть этот парад, открытие соревнований. Ну и вдоль трассы, где тут, особенно там, где водная преграда была, было много зрителей. Вот. А вот в линейной гонке Мефодич выиграл эту линейную гонку, причем тоже там были такие нюансы. Он разгоняется, берут засечку времени. Хоп, получается скорость 118 километров у него. На тот момент, ну, не поверили, говорит, не может такая большая скорость быть. Давайте делаем перезаезд. Мефодич заставляет его делать перезаезд. Анатолий Мефодич опять садится, опять разгон. Хоп, засекает. И секунда до секунды получилась опять та же скорость 118 километров. То есть получилось, что он линейную гонку выиграл. Багато спортсменів тоді до нас приїхали? Ну, да. Було дуже багато, там воно видно і по вулицям. Ну, где-то я не буду врати, не нарушати історичну правду, але було їх прилично. Даже неожиданно было. Город неизвестный, районный центр маленький. Но если с Москвы приехали, из Тулы. Ну, это опять же говорит о том, что все-таки организация была умелая. Промоушен, по-нашему говоря, был сильный. И приехали люди. Но Мефодича заметили. Мефодича, да, такой толчок был. Потом уже дают ему секцию побольше. Куда я пришел в 67-м году. Получилось... Нашлись энтузиасты такие. И первым это был Анатолий Куприенко, тоже есть он на стенде, и с его сестрой я общался, и с младшим братом Владимиром. Анатолий Куприенко в 60-м году первым в области, еще не было мастеров спорта по этому виду спорта по мотоспорту, он выполнил норматив мастера спорта. Чуть позже, там уже как раз в 61-м году выполнил норматив мастера спорта по мотоспорту Иван Парфентьевич Коробовский. Это тоже легендарная личность. Он выигрывал «Союз без подготовки» на ЗИЛ-130 даже по автоспорту. Пришел в секцию Дмитрий Щепинский. Он в Одессе живет уже много лет. Вот. И появился в секции Виктор Иванович Нестеров. А я этих людей очень хорошо всех знаю, потому что я и был там 15-16 лет, но и позже. Они еще были живы-здоровы. Дима и сейчас в Одессе жив-здоровы. Я ему желаю активного долголетия. То есть мы общались, и понятно... Меня там знали, потому что я тоже ездил там не последним. Вот. И такое было живое общение, но они сделали огромный вклад тут, на заре мотоспорта, именно эти люди, которые звали. Гробовец это Виталий, это вообще чуть попозже пришел, но тоже в этой волне. Он в 74-м году стал мастером спорта. Виктор Иванович Нестеров в 64-м году выполнил норматив мастера спорта. Анатолия Куприенко, младший брат Володя, Куприенко, он был, когда я пришел в секцию, он был работником секции, и он был у нас тренером по юношам. Трасс было много, даже сейчас удивительно. Нам возле моста, мост через, возле Березовка и мостом через Ингулес, да? Вот там месте, на том месте видно развалины такие, стойки. Там тоже была трасса, она не использовалась для больших соревнований, мы проводили первенство в области. Потому что там водная преграда по тому времени должна была быть. И Мефодич там пошел, посмотрел, ее там сделали тоже. Была, говорили, будем на луках тренироваться, это была трасса в сторону Петрова, да?
И вот там вот трасса, где сейчас мост, там такого моста, как такового, не было в таком виде, как мы видим. А там была такая, это они на луках тренировались. Там, где сейчас Ренессанс за рударем заводом, там же котлован. Что тут за котлован? То был песчаный карьер. Город строился, оттуда брали песок, образовалась такая впадина. Наши ребята, Мефодич, Володя Куприенко вспоминал эту трассу. Они и подъем на песок, и по песку, потому что песок – элемент очень важный в мотокроссе. Я как тренер это знаю. А у нас есть великая трасса на Вербовой Лозе. Когда же она начала использоваться? А вот я же рассказываю. Начали ЧЗ-ты. ЧЗ-ты, ну тогда мотоциклы, ну это же вообще. Это сейчас крутые мотоциклы и все. А тогда было ну, полностью в гибком вале. Мефодич затачивал там мы. Мотоциклы самые лепили. Пятый по столовой, это пятая столовая напротив этого универмага Октябрьский, да? Воровали подносы алюминиевые, прости нас Бог. Лавочки такая была, выемкой мы выклепывали, потому что крылья передние были тяжеленные с металла. А мы делали алюминиевое специальное крепление, легенькое переднее крыло. Ну, то есть была химия, такая страшное дело. И Мефодич говорит, надо искать трассу. А у Мефодича тогда было, не было обязательного... обязательно езды по городу на мотоциклах, чтобы шлем был. Мы ездили все обязательно по улице, Белая Ява, Канада, нам Мефодич давал ее как хозяйка, мы то на завод, то туда, то сюда, то просто так попонтоваться, как сейчас говорят. И мы ездили в спортивных шлемах, шлемы одевали спортивные. А мы уже когда сделали шлемы обязательно, мы старались, чтобы как-то выделяться без от толпы, не носили их, хотя это наказуемо было. Не одевали их, чтобы тоже знали, что гонщики едут. И Мефодич, вот Мефодич, если он, чтобы нельзя, чтобы пример, он одевал, угольная промышленность работала, одевал шахтерскую каску такую. И в этой шахтерской каске у него был МЦ-300, мотоцикл ГДРовский. То есть так руль поворачиваешь, а фара все время прямо смотрела. Они есть. В интернете есть такие снимки, оригинального снимка у меня нет. Вот. И он на этом МЦ ездил по округе, искал трассу. И присмотрел вот этот участок как раз на Вербовой Лозе. Это была весна 68-го года. Потом он говорит, ну что, собрал нас во дворе там же, говорит, ребята, мы поедем на тренировку сегодня на ту трассу, которую я выбрал. Ну трасса же это сейчас там дамба, было все, а тогда не было ничего. Вот мы, он проезжал, но зато там провалы от шахты оставались, трещины. И текстура еще, земля дышала, и вот эта тектоника вся менялась. И в иной раз я так попал в одну трещину, в среду были на тренировке, ее не было, она так вдоль как раз была. А в субботу я прыгнул и попал в эту трещину. Меня еле на мотике, с мотиком вытянули с той трещины. Было такое. И было аж два ручья. Сейчас уже там все это переделали. Мы перепрыгивали их. У меня тоже есть фотографии. Вот. И поехал козьи тропы такие. Ну, как волчья стая, след-след. Поехал Володя Куприенко. И потом мы за ним. Вам тоді траса сподобалась? Чому почали не користуватись? Ну, дело в том, что... На ЧЗ-те там можно было, вот я же говорю, что там, где сейчас я сделал такой подъем, в подъем трамплин, там был естественный террасовый такой спуск, террасы. И мы сейчас туда подъем, а когда мы накатывали трассу, там был террасовый спуск, мы вот так прыгали через несколько этих ступеней. Поэтому трасса, конечно, уже была где развернуться, потому что возле... мебельной, хоть на этой, хоть на дальней трассе, там невозможно было раскрутить. Ну, для ежа, там, для ковровца, для макак, 125-ки звали макаками, там можно было еще газануть и так где-то это. А вот уже для ЧЗ она была ходовая. И черный говорит, все, ребята, ну, когда уже, не было же таких подготовок, ни грейдеры, ни бульдозеры, ни скреперы, никакая другая техника не работала. Вот как есть, опять же, прикладное направление, так пусть и будет. И была подготовка большущая, проведена автошколой, вот именно Николай Яковлевич Кучай, он такой любитель мотоспорта, потом же сын Сережа его пришел в этот вид. Он тоже, у него глаза загорелись, все, будет, давайте, что там надо, то-то, то-то. Ну и черный по ходу дела, он сам ездил на мотоцикле, двухтрубные ЧЗ-ты еще были в те годы. Показывал элементы, и мы тянулись за ним и так далее. На
Вербовій Лозі перші змагання коли були проведені? 17-18 августа 68-го года они были эти соревнования. Людей было, я не участвовал как спортсмен, но участвовал как механик там по малой команде, если надо. На подхвате, как говорится, был. Ну и, конечно же, смотрел за этой борьбой, она агрессивная такая была, интересная, всем трасса просто понравилась, даже в том виде, потому что мы же ее потом переделали очень сильно. И после этого город Александрия стал кубковым городом. И трасса расцветала и процветала, и проводили кубки. Кубок Украины. Які це були змагання? Зрозуміло, що це не ті, як перші в 54-му вже на трасі, траса на Вербовій Лозі, вона вже не така велика, вже не треба було їздити по 100 кілометрів. З чого вони складалися? Ну, вот это вот как то, что вы видите примерно сегодня, то было и в 70-х годах, и в 68-м году. То есть, ну, тогда еще не сильно работала техника землеройная там разная, да? А чуть попозже уже понятно, что мы использовали естественный рельеф. Тектонику всю использовали естественную. Ну, а тенденции развития мотоспорта, в том числе в Европе и вообще мировая, подталкивалась нас к тому, что надо делать искусственные какие-то секции волн, там, какие-то трамплины, что-то со спуска, спрыги, как мы называем их, трамплины в подъем. Это все у нас есть на Вербовой Лозе. Так вообще Вербовая Лоза уникальна. Чем она уникальна? Во-первых, вы же видите, это естественный амфитеатр. Зрителей собирается без трибун там столько, потому что все склоны. А як же часто проводилися змагання? Кожного року? Я было такое, что я по два соревнования проводил. Проводил я классический автокрос и мотокросы. Ну от кубки в основном мы проводили. Які роки вважаєте в історії мотоспорту Александрії найбільшим розквітом, а можливо, да, коли да. був спад? Я могу как раз сказати. От надо сказать, что примерно с 1967-го, ой, ну да, 67-го, вот как раз я когда пришел в июле 67-го года, вот с того и по 76-й год, когда тренировал секцию Мефодича, потом он ушел инструктором вождения в общество любителей автомобильное это, вот. Вот это был рассвет мотоспорта, это был подъем. И даже аж не верится. Почему? Потому что в те годы под руководством как тренера и как механика, потому что он запиливал двигатели, это как нам Сушин запиливал. Мы стали чемпионами Европа Кросс в 2000 году по кольцу. Володя там такое тюнинг сделал, как сейчас говорят. И вот. Почему? Потому что в те годы, вот с 67 по 76 год, команда Александрии, которая представляла всю область, на соревнованиях по ипподрому, на ледовом спидвее. Они проводили всегда последняя суббота и воскресенье августа. Последнее воскресенье августа – день шахтера. И мы, как представители шахтерского края, хотели всегда выступить хорошо. И получалось у нас это. И вот получалось так, что на ипподроме команда Александрии, представляющая область, делаю акцент опять, на льду, а он проводился в Сумах все время, потому что северные областной центр, там хороший стадион, и энтузиасты этого дела заливали, и мы ездили туда, в Сумы. Ну и в Киверцах было, там на Волыне тоже, там они на озере проводили. Но в основном туда мы ездили, и по льду, и плюс шоссейно-кольцевые гонки. Так вот, бывало так, что наша команда за ней становилась чемпионом Украины по ипподромным гонкам, становилась чемпионом Украины по шоссейно-кольцевым гонкам и занимала еще призовое место по ледовому спидвею. Вот дважды чемпион получился, называется «Золотой дубль» сделала. И Мефодич этим гордился, и все время, и когда я говорил Мефодич, вот тоже такой вопрос ему задавал, говорю: «Мефодич, а как вы считаете, вот какой все-таки?» Он говорит: «Слав, я тебе скажу честно, рассвет был, вот и называет эти годы, которые я вам сказал». Це командою, а чемпионов багато виростила Александрія? Чемпионов очень много. Все были чемпионами, все. Анатолий Куприенко. Потом, значит, Иван Парфентьевич Коробовский. Виктор Иванович Нестеров. Дима Щепинский. Гробовец Виталька. Куприенко-младший,
Потом Комлик Славик, личность легендарная. Но это уникальный человек, наверное, его никто не превзойдет. Не, наверное, точно его никто не превзойдет. Почему? Дело в том, что в 65-м году он в составе национальной сборной СССР поехали в Англию и оттуда на остров Мэн. И он выступал тогда, он показал, назывался «Триал». Ну, «Триал» — это проба в переводе на русский язык, но вообще-то это называлось «многодневка». Позже уже термин стал «эндуро». Вот, и хард-эндуро, там разные сейчас есть модернизации, вот, но он поехал туда, и он классно, они выступили впервые, дебют, он был тогда молодой парень, и он, и Слава Краснощеков, они ездили на, ездили в Болгарию, представляя СССР, и на, выступали на мотокроссах, и героям Шипки посвященные, там, и они выступали же не просто так, они выигрывали, там, становились призерами. То есть у него биография, и он здесь уже уходя, уже работая на шахте, он в 71-м году, и есть публикация в «Ленинском прапоре», он выиграл гонку и непобедимым ушел со спорта. Говорит, все, я... Это так чемпион. Да. Я буду заниматься семьей. І он ушел, ну это личность легендарная, историческая. Може, ще когось не згадали? У нас очень много талантливых, всего 18 мастеров спорта. Это уже из более такого, более, ну, кто пошел, как говорится, за нами, ну, Сушин Владимир Владимирович, его жена Людмила Сушина, Бороненко Саша, Дима Скичко, сейчас уже сын его ездит, да, Саша. Ильченко Саня тоже ж мастер спорта у нас. Ну, я говорю, это целая плеяда, и тем более мастеров спорта выполнить же было очень сложно. Мы представления на мастера спорта, я их столько поподготовил, сколько их назад повозвращали, сроки прошли, звания не присвоили. И многие пострадали именно по такой причине, потому что все присваивалось через Москву, но требования жуткие были. Почему? Потому что ты должен был набрать по первой группе очков 100. Это была такая ЕВСК, единая всесоюзная спортивная классификация. Это аббревиатура так расшифровывается. И в этом ЕВСК было четко сказано, чтобы стать мастером спорта, ну ты должен кандидата мастера спорта выполнить через 2 года, если ты не становишься мастером спорта, кандидата тебя лишает опять выполнения кандидата. Вот. Потом, значит, ты должен был набрать 100 очков по первой группе. Первая группа – это когда 10 мастеров спорта участвуют в твоем заезде. Либо 6 мастеров спорта, и на одного мастера спорта тех 4 по замене, то есть 2 кандидата. То есть еще 8 кандидатов, не меньше. Вот тогда считалась первая группа. Чтобы это соревнование обязательно было всесоюзное, чтобы оно было включено в календарь всесоюзный. Это гонка в Краснодоне молодой гвардии, это приз Кирова наш, это, ну, и другие соревнования. Это в Днепре генерала Пушкина было включено. Только на тех соревнованиях ты мог заработать эти очки. А очки, опять же, по таблице какое место? Там своя была система. Плюс к тому же, на соревнованиях такого ранга ты должен был, когда набрал ты эти 100 очков классификационных, ты должен был занять какое-то призовое место. Но я еще к себе в плюс, и на страшном суде, я думаю, мне тоже плюсик поставят, зачтется, отношу то, что когда распался Союз, и когда наши пилоты, наши лучшие гонщики остались вне сборной СССР, а это речь идет прежде всего о Саше Морозове, Саня сам ко мне подошел, говорит, Слав, ну что это такое? Я вот гонщик в рассвете сил, а остался как бы на обочине. Я говорю, Саша, не вопрос. И я нахожу Гюнтера Майера, своего друга, он живет в городе Вольгасте, в Германии. Пишу ему письмо, а он интеркроссы проводил на берегу Балтийского моря, трасса интересная там. Он дает нам вызов, потому что очень было сложно с визами открывать, это было жуткое дело, ну вообще. И вот я под мои знамена, под знамена нового клуба, и Саша Морозов, и Толик Ефимов, и даже Лариса Житинская, все оно это есть в интернете, кто выступал, и даже поляки юные выступали, когда я в Польше жил, под нашим флагом Европа Кросс, потому что у них возрастной ценз 11 лет, а у нас было 7-6, и мы покупали лицензии украинские. Вот. Поэтому, конечно, то, что удалось, уже как бы новый виток, потому что городская секция, ну, как таковой-то ее фактически и нет. Каждый сейчас, после того, как не стало фактически державы, каждый за свои деньги, ДОСАФ не финансирует,
Но в советское время очень сильно финансирование было в мотоспорте. Мы жили в классных гостиницах. У нас было питание шикарное на талоны. Вот. И почему? Потому что это было ДОСААФ, это была структура Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик. Ну а оборона финансируется неплохо. И поэтому, понимая, что патриотическое воспитание, чисто деловые такие навыки практические получали мы в этом спорте, нас финансировали, и мы выезжали на все чемпионаты, и на сборы выезжали, на кольцевых трасс нету, так мы за 10 дней до гонки в Киеве на «Чайке» выезжали на кольцевые сборы, по кольцу тренировались. В часи незалежної України мотоспорт в Олександрії, можливо, можна так сказати, спад переживав? Ну, спочатку. Ви розумієте, в чому діло. Зараз така тенденція, що і світовий мотоспорт, к сожалению, переживає не лучшие свої часи. Ми просто не знали, що тоді, от, коли Володимир Кавінов, він призер в личному зачеті, чемпіон в командному, когда Моисеев были, это был самый такой рассвет союзного мотокросса. Ну, во-первых, там же нас перебрасывали туда-сюда, то ДОСААФ, то Министерство по делам молодежи и спорта, то туда, то сюда. Сейчас, ну, де-факто такое, что вроде бы как бы мы принадлежим и нашему оборонному обществу, Общество содействия обороне Украины, и принадлежим Министерству по делам молодежи и спорта. Но все документы все-таки базовым является министерство то. Поэтому, конечно, хочется, чтобы все это дело было письменно зафиксировано, то, что я вам рассказываю. И поэтому я как-то нахожу время, но в основном в зимний период. И понимая вот такую, какая на мне ответственность лежит, и что мне дано это свыше, я сделал две зимы, делал систематизацию архива, все упорядочил. Все эти фотографии, у меня папочка Володя Грузин, папочка Мефодич, папочка там все-все-все разложены, фотографии обрабатываются, это надо деньги. Ну, чтобы издать книгу, это где-то даже минимальным тиражом, это мне надо будет искать 30, минимум 30 тысяч гривен. Расскажите трошки детально про книгу, что это будет? Ну, я скажу так, что вообще-то я параллельно как-то вот такой, я не Юлий Цезарь, но все равно, параллельно над тремя книгами работаю. Задел везде серьезный. Там, ну, я некоторые уникальные вещи, будучи в Питере в 2012 году, понаходил, будучи в Одессе, и так далее, собирая такие архивные данные, это по книге, что касается местного краеведения. Краеведения, ну, на нашем местном уровне. А по мотоспорту я эту тему пока оставляю, потому что там, ну, еще солидно предстоит сделать, еще не все понаходил. И по мотоспорту я вспоминаю вот то время, когда я пришел в секцию. У нас же был еще и зимний кросс. Я как раз тогда травмировался на тренировку, и Манштуков меня не включил в заявку, потому что говорит, останавливайся. Зимой 73-го года у нас был мотокросс официальный, зимнее первенство Украины. Это мало кто помнит, а у меня программка, по-моему, есть там. Я учился в Днепре и накануне получил травму, потому что резина была не гаревая, а такая шипованная сильно, но шипа резиновая, и я где-то подвернулся на Гуле Королевой. Мы тренировались, и ногу повредил. Вот. Она была там, где сейчас кладбище на Бадыне. И там был официальный чемпионат. До этого он был и в Луцке, и был в Черкасах, я был тогда на зимнем. А провели у нас. Вот. Но эти трассы все описаны в этой книге. И вот этот толчок мне дало. Оно и так же получается. На чем мы ездили там есть. Кто ездил, какие мотоциклы. Вот история вот первых соревнований. Да? Потом трассы наши описаны. Ну, я же хочу дойти до того, что я создал. Ведь клуб Европа Кросс – это мое детище. А вот не хватает времени. Ну, там такие нюансы, я вспоминаю, допустим, если я уже подробнее о книге. Пришли минские мотоциклы, макаки мы их звали, 125-ки. Они на кросс не делали, они дорожное делали, там как-то ехали они, то все. Присылают, а Мефодич меня любил, и так, уважаемый, он всех любил, потому что он такой классный у нас. Я вот в 69-м году поехал на ипподром, и бронзовым призером стал в Киев,
по юношам. Тогда был скоростной болид «Зеленое чудовище». Я зеленым цветом покрасил мотоцикл. Рычажная вилка, там ужас было. Ну, двигатель нормальный был. Вот. И покрасился в черный цвет. А такой же любитель поговорить приходит. Черное трекало на зеленом чудовище на меня. Мы смеялись. Но получили мы минские мотоциклы. Этот эпизод, я этот книги описал детально. А зная, что я и в то время такой был обязательный, у меня перекидной календарь по сей день, я писал тренировка в среду, я знал, что в среду, но я записал, восток это, не забыть там перчатки, то-то взять, на субботу то же самое, там то-то, тогда-то, ну все расписано у меня было. И он знал, что я такой любитель пописать, приходят эти две минские макаки, я их обе, конечно, уложил, но с такой бумагой, от завода просьба, к тем, кто будет делать испытания, ну это было тестовые эти 125-ки, тяжеленные же, ну никакие, в общем, и описать все. И вот всего Союза описал про эти макаки один я. Проходит время, и на мотоклуб пришло письмо, и Мефодий всех нас собирает и говорит: ребята, я вам хочу сказать такую новость. Вот эти вот что замечания, что написал Слава Чебышев, на них же среагировали, и вот и зачитал этот ответ завода Минского. Ну это вообще, ну я так предметно относился, я по-деловому, к любому, у меня нет мелочей. Все равно должно быть все правильно. Книги по мотокроссу будет две? Ну вот сейчас, я ищу сейчас, честно говоря, деньги. И буду ходить, и не знаю куда, но буду искать деньги, потому что надо закончить хотя бы в этот год 65-летие и сдать книгу. Она более проще, потому что там меньше писанины, там подписи только нужны. Это тоже работа. Это хочу в этом году сделать. За зиму хочу подтянуть по краеведению книгу, а потом уже на вдохновение. Я не могу так, как робот, садиться и писать, что надо. Мне надо какой-то еще такой задор внутренний. А его забирает то-то. То там дернули, то там смыкнули, то я понимаю, что это нужнее. Вот. И все равно, я же говорю, я не отправлюсь туда в гости к Богу. Я должен это добить. Плюс, я же еще все равно не успокаиваюсь. История города без истории спорта – это же не история. Поэтому я буду ходить по местным структурам, по областным. Надо в Киев поедем, как-то буду напрягать свои каналы, свои связи. В центральной части города, может, даже там отдали кому-то здание бывшего Сбербанка, по Софиевской или какая-то, может, там где-то, надо сделать музей. Поэтому, конечно, я хочу вот эти вот вещи закрыть, эти позиции, чтобы музей был. Я готов поучаствовать безвозмездно, я пенсию получаю, мне хватит. Но я буду руками своими крутить, красить, гладить, что надо там. Все, что надо, понимаете, чтобы сделать эту экспозицию и торжественно его открыть, этот музей. Вот это моя мечта тоже такая, сильнейшая причем. Ну и, конечно же, проводить соревнования, чтобы они не погибли. Потому что вот уже трассой не занимался я. Не знаю, что там делают другие люди, но мотокроссовую трассу надо делать каждый год. То есть, надо это дело не забывать. Пока я энергичен, пока есть энтузиазм. Такая вот короткая тебе история. Дякую вам за цікаву розмову. Здоров'я вам, натхнення, енергії і однодумців, які допоможуть реалізувати усі ваші задумки. Огромне спасибо. Я думаю, наші зрителі ще мене і услышать, і увидять на Вербовій лозі, і на трасі кантрі-кроса, яку ми построили в Головковці. Так що я не прощаюсь надовго.